Руки! Я хочу в глаза посмотреть. Позор, Кличко! Позор, Кличко! Позор, Кличко! Предателю! Позор! Тебя в борт убили, ты боялся отца читать! Весь мир приобрести, обсессуя дальше. И еще такое. У тебя кровь на руках! На коленях я не буду жить. А кто? Кто призывал всех на войну? Что ты сюда приехал? Убирайся к пиндеровским фашистам! Понял ты? Вот что ты сюда приехал, а? Ты мне скажи, зачем ты здесь нужен? Ты организовал этот самый Майдак. Ты не разгром. Зачем тебе все? Хороший суд. Так, чтоб все слышали. Что ты здесь делаешь? Убирайся отсюда! В Донецке тебя близко не пустили! И убирайся отсюда, понял? Какими намерениями? Умащена дорога в ад. Вы знаете об этом? Да вот, чтоб ты знал! Да какая разница, как меня зовут? Какая разница, как меня зовут? Скажи, скажи, как зовут? У тебя руки в крови! Меня Владимир зовут! Чтоб ты знал! Когда тебе били по морде, так ты боялся это знать и так! Владимир! Слышишь? Я слышу! Так потому что руки в крови. Ты несешь ответственность, что ты устроил, а? Не, устроил ты этот самый кровавый Майдан и организатор. Хорошо. Так хорошо, ты несешь ответственность за это или нет? Я несу ответственность за все, что происходит. Несешь, да? Так вот, я голосовал за блок, за блок Кличко. Поэтому мне обидно, что ты меня предал. Я думал, до последних выборов. Я думал, что ты более разумительный. Блока Кличко не было. Был? Был блок Кличко. Не было. Был блок Кличко. Блокирования нету. Согласно избирателям. По блокам было голосование в 2006 году. В этом году только партии проходили. Блоковой системы не было. Поэтому вы не могли голосовать за блок. Твоя неделя. Не надо рассказывать сказки. Все понятно. Хорошо. Извините, за убивших это самое. За убивших милиционеров.